А перед началом нового видео хочу порекомендовать канал NickerMade. Там вы найдете интересные увлекательные РПшки по Motor Depot, Car Parking, Russian SUV, Криминальная Россия, а также много других интересных видосов вы найдете на данном канале. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. Что ж, ну а я перехожу к новому видео. Добро пожаловать на просмотр нового видео, и сегодня будет очень крутая РПшка, где я буду сопровождать кортеж президента. Он будет состоять вот из моей полицейской машины. Как видите, на ней такой вот крутой скин. Его мне подогнал один из самых активных подписчиков. Огромное ему за это спасибо. В конце стоит еще одна патрульная машина. Это Mitsubishi Lancer Evolution. Дальше идет микроавтобус. Марку я отсюда не вижу. Потом Land Cruiser и Mercedes. Что ж, давайте скорее включаем мигалки. Садимся внутрь. Включаем сирену и выезжаем. Сегодня нам должны абсолютно все уступать дорогу, так как мы везем президента. Как видите, зеркало заднего вида, все видно. Давайте разгоняем всех и скорее едем до места назначения. Сверху показывается вот сколько авто. Пока что все на месте. Так, будем иногда такой вот крякалкой всех разгонять. Так, все, нам дорогу уступает, скорее летим. Как видите, он сзади Мерседес на аварийках, как и все остальные машины кортежа. Мы топим уже под сотню. Нужно довести всех благополучно, без каких-либо аварий и происшествий. Так, здесь у нас образовалась пробка. Так, давайте. Вот так вот разгоняем всех. Очень атмосферно. Название игры в описании, да и на превьюшке видео. Так, прогружается карта. Вот, все, мы появляемся на более пустой дороге, не городской уже. Так, нужно ехать аккуратно. Так, здесь у нас вообще просто тьма машин. Так, здесь у нас таможня. Нам придется здесь задержаться. Так, ждем. Все, скорее едем. Так, нам еще и деньги нужно заплатить. Так, кортеж, все нормально, да, приезжают. Все, скорее едем. Пришлось нам задержаться. Все, скорее едем. Так, все, давайте догоняйте нас. Еще не хватало нам потеряться. Кстати, вот, а, вот все, остановилось. Так, чуть не врезались. Ну и водитель встал прям посередине дороги, нужно отъезжать на соседнюю полосу, он встал. Давайте. Некоторые моменты я не буду говорить, чтобы вы могли услышать звуки от крякалки. Ну вы понимаете. Так, все, давайте. Шашечки такие вот. Здесь у нас снова идет скопление авто. Так, чуть не врезались еще раз. Экстремал тут какой-то. Тут у нас вот идет заправка слева. Так, мы уже почти на 110 км в час. Тут экстремально автобусы перестраиваются. Аж страшно. Так, больно быстро ехать тоже нельзя. Вот у нас уже, видите, красным цветом засветились две последние машины. Они потерялись по ходу дела. Давайте встанем, их подождем. Так, что такое случилось? Встаем на аварийке. Так, здесь у нас опять затор такой идет. Кстати, машин поменьше вроде бы стало. Ехать удобнее. Кстати, управляю с помощью акселерометра. Руль почему-то так дергается. Не знаю, Motor Depot такого нету. Телефон ровно в руках держу, а руль как сумасшедший трясется. Так, давайте все. Сильно топить не буду, потому что они начнут теряться. Едем аккуратно, но верно. Так,
конце полиция вроде бы не отстает, да, все нормально. Вот у нас такие вот триггеры светятся. Скоро мы уже будем подъезжать к месту назначения. Так, справа у нас какая-то деревушка или ферма, что-то такое идет. Ого, вот это горы уже пошли. Здорово, да, значит, мы уже приближаемся к месту назначения. Вот-вот уже приедем. Так, жалко, время не показывается. Справа, в верхнем углу, это время, сколько мы с ними уже едем. Или время игры, не знаю. Ну, допустим, сейчас 12 часов где-то. Так, давайте аккуратно едем. Здесь трафик очень интересный такой, конечно же. Его не поймешь, он то в ту, то в эту сторону начинает ехать. Особенно автобусы. Автобусы своим задом все сшибить могут. Вот, к примеру, смотрите, сейчас он повернет. Вот. В тот раз чуть не сшиб меня вместе с кортежем. Так, здесь нужно аккуратнее быть. Спуск пошел. Сегодня у нас очень ответственная миссия. Нужно, чтобы все прошло хорошо. Никаких жертв. Так, снова у нас спуск пошел. Здесь у нас такая горная местность. Мы едем чуть больше крейсерской скорости. Сотни с лишним. Так, все в порядке пока. У нас сирена все не умолкает. Давайте побибикаем им, чтобы они разъехались. Ехать было удобнее. Снова у нас спуск пошел. Нужно быть аккуратнее, потому что недавно был дождь и дорога скользкая очень. Машина плохо тормозит. Это может очень плохо обернуться все. Так, что-то у нас там полиция застряла. Давайте притормозим. Пусть она у нас все догнала. Да, догнала, все, едем дальше. Что-то ее там занесло по ходу дела. У нас местами земля на дорогу выступает. Так, давайте едем. По автостраде такой вот мы мчимся. Все, вот начинается город. Давайте притормаживаем слегка. Включаем поворотник, уже вечер наступает. И дождь резко наступил. Ну, вот это здесь как-то странно все резко происходит. Но нам не в этот город. Нам в следующий. Так, давайте аккуратно-аккуратно. У нас ограждения пошли. Так, ребят, ну не отставайте, а то мы тут потеряемся. Кстати, я на легком уровне, здесь только 4 машины, там есть уровень в 12 машин. Если хотите такую серию, пишите в комментариях, обязательно прокатимся. Здесь шокбаумов нету, либо их нет, либо подготовились, шокбаумы убрали. Так, перестраиваемся, здесь у нас двухполосная дорога пошла. Вот, дорога еще сильнее промокла. Может начать заносить. А здесь мы наоборот в горку пошли. Так, у нас снова прогружается все. Так, нас так вот выносит малость. Чуть управление не потерял. Призанул резко. Давайте я свет включу, кстати. Что-то без света все еду. Так, это что такое? Так, давайте едем. Вот этот город. Все уже наступает резко. День, все нормально. Дождя нет и сухая дорога. Так, где здесь свет выключить? Давайте свет выключим, а то аккумулятор-то тратить. Так, здесь у нас пробка такая вот. Давайте объезжаем аккуратненько все. Давайте вы там все выехали.
Так, что-то у нас полиция заблудилась по ходу дела. На светофор ставили. Все, мы уже приближаемся к месту назначения. Парад сказали то, что та полиция все по плану шла, она повернула на другой участок, нам сюда. Все, мы уже приехали. Так, давайте заезжаем. И все. Вот, куда требовалось приехать. Что ж, вот так вот выглядит ангар полицейский изнутри. Вот наша машина полицейская крутая. Мы благополучно доставили президента к месту назначения со всем кортежем. Вот, нам дали денег, хорошо так заплатили. Что ж, на этом все. Огромное спасибо всем за просмотры. Всем до скорых встреч и всем пока.